Итак, купил чайник. Philips, отличного качества. Распаковка. Так, смотрим, что тут. Подставка для чайника. И три инструкции. Philips HD9329. Инструкции на разных языках. Вот такой чайничек, красавчик. Красненький, такой ручкой автоматическое открывание. Раз, открыл, закрыл. Вот так он открывается. Внутри полностью из нержавейки, что очень радует. Нет соприкосновения воды с пластмассой. Вот такой вот носик, круглый, закругленный. С дырочками. Внутри цельнолитой, цельная полностью, цельная колба, цельнолитая. Вот как вы видите, видно там, камера передает. Внутри даже написано, сколько литров. 0,5, 1 литр, 1,5 литра, 1,7 литра. Деление показывает. Вот как видно, как переливается полностью из нержавейки. Цельная колба. С делениями. Вот так вот крепится крышечка верхняя. Два болтика. Ручка пластмассовая. Верхняя крышка с одной стороны железная тоже. С нержавейки. Снизу. Смотрим, что тут. Made in China. Это собрано в Китае. Ну, запчасти, по-моему, Чехия или Германия, не помню. Ну, пластик качественный сверху. Такая вот кнопочка. Она загорается при включении. Сниму видео в дальнейшем, как она, как он работает, как включается, выключается. Так, закрывается аккуратненько. Открывается. Отличное качество. Крепкий такой, собранный. Такая заставка. Тут намотанный кабель.
если стоит на подставке. Раз, включил, выключил, включили, выключили. Есть защита от перегрева. Он не включится, если воды нету в чайнике. Такая лапка. Аккуратненькая, приятно так включать и выключать. Приятное тактильное ощущение. Кнопочка гладенькая. Всем советую. Отличный подарок. Или для себя. Для личного пользования. Покупайте, не пожалеете. Удобная ручка. Всем советую. Всем пока.